Последнее слово и приговор. В Куйбышевском районном суде финальное заседание по делу о смертельной аварии на Лукашевича. Напомним, 27 сентября прошлого года водитель автопоезда с прицепом ехал по улице Омская. При повороте налево не пропустил встречную Мазду. В результате столкновения двое пассажиров легковушки погибли. Одному причинен тяжкий вред здоровью. Данное дорожно-транспортное происшествие произошло ввиду нарушений требований правил дорожного движения обоими водителями. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью до 3 лет. Наказание понесет водитель большегруза. Мужчина, который управлял легковушкой, скончался в больнице после ДТП. Я признаю вину частично, потому что водитель пьяный был и с большой скоростью ехал. Если бы был трезвый, ехал бы с нормальной скоростью, то таких последствий бы не было. Суд учел доводы сторон. Водитель автопоезда признан виновным в смертельной аварии. Он отправится в колонию поселения на 4 года. Кроме того, Амич лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2,5 года.